Не имется ей. Побудка скорая не имется. Психоная, ты что молчишь? Я сплю. Давай, давай, скажи, что снилось-то тебе? Да все то же. Давай, давай, говори. Спать не даете. Цыть ты, ведьма. Ну, говори давай. Страшные, страшные фотографии. Комната такая глухая, глухая, ни окон, ни дверей. Одноходка, значит. Что? Комната твоя тебе снилась? Да. Ну? Конвой. Угу. Конвой. И воет волк. Воет, воет. Нет, это... Или собака? Собака — это нехорошо. Угу. У моего учителя, у Григория Матвеевича, была собака. Маленькая, уже старенькая. Седая вся, умерла. А он меня учил рисовать. А я вот никаким художеством не образовывалась. У меня вот только светляк один был. Правда, он иногда по Майдану гонял. Ну, знаешь, его Жоркой звали. Он песни играл. Угу. А я пела. Кто у вас был, Изольда? Светляк. Ну, это, по-вашему, вор, который днем работает. Жалостливо играл. Течет речечка, да по песочечку, да золотишко мое, молодой уркан, молодой уркан, на черничка молит. Закрутила. Ари еще за булдырь. Слушай, цыть ты, ведьма, а? Ломи ты отсюда копыта. Ну, че у тебя там? Господи, да что же он не едет, а? Один раз всего приехал. Может, что случилось, а? Может, беда? Может, там им совсем плохо, а? Ничего не пишет. Гад, потому что. Все они гады. А ты дура. Слушай, цыц, не квакай там. Сама цыц, хочу и квакаю. Машка, наверное, заболела. А она всегда осенью болеет. А Мишка, Мишка, он же... С ним же нужно заниматься, он же математику совсем не любит. Скоро мамка амнистия выйдет. Какая ты мамка-то? Да какая у тебя мамка? Да ты же зону топтать будешь до гробовой доски. Ты что, ты лезешь? Чё вырла? Ты кто чё вырла? Ты кого чё вырла? Да ты чё вырла? Ты чё вырла? Да я нашла, что ты папа не вырла. Ты чё вырла? Ты чё вырла? Ты чё вырла? Ты чё вырла? Подъём! Подъём! Готово! Громова, ты чё бездельничаешь? А ну, бери ведро и работай, давай, 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 работай, двигайся.
Пацану скоро на кормежку. А ты почему его никогда по имени не называешь? Такое имя хорошее. Правда, для мальчика длинноватое, Константин. Зато красивое. Жизнь у нас больно красивая. Сколько ему? 1/2. Господи, какой маленький. Уже в тюрьме. Я вот все тебя хотела спросить. Чего ж ты его в тюрьму-то, а, Зойка? Таланка у меня такая, поломатая. Ты вон тоже паришься, вкалываешь, не филонишь. Того гляди, пальцы себе пришьешь от усердия. Да мне бы как-нибудь голову бы свою пришить с мыслями вместе. Да, ничего. Да брось ты, дамочка. А половина твоя шваль, если видеть тебя не хочет. Наплевать ему в глаза и все дела. Он еще гумазничать будет. Ты понимаешь, я даже не знаю, что там у них. А что, не депешит? Да нет, прислал пару строк. Жив-здоров, дети в порядке. Ну и что ж тебе еще надо? Ты что, правда, что ли, психованная? Сказано тебе в порядке, значит, в порядке. А я как освобожусь, Москву махну. Бабка у меня в Москве-то. Как ты думаешь, примет? Здесь меня Федька убьет. Меня и пацаненка. За что убьют? За пацаненка. Как? А так, не хотел он его. Где, говорит, делай, что положено, аборт, то есть. А я не пошла. Я же не какая-нибудь там пропащая, я на фабрике вкалывала. Ну, думаю, провались ты, сама справлюсь. Ну, родила, вернулась с пацаненком. А Федька уж тут. Вертай, говорит, его обратно, чтоб духу не было. Может, ты его нагуляла с кем-нибудь, шлюха. Господи, боже мой. Я его уговариваю, он ни в какую. Не, у меня в глазах-то. Я его раз по башке. По башке? Ну, не убила, конечно. Ну, упал он. Чердак-то я ему, считай, того. Закрыла. Потом сама и скорую вызвала, и ментовку. А как ты думаешь? Чугунной трубой по башке. Он потом приходил. Освободишься, говорит, убью и тебя, и пацаненка. Как ты думаешь, примет бабка? Ой, амнистия скоро выйдет. Только бы дождаться. Не пришел обмылок-то? О, гад. Ты знаешь, он, наверное, с детьми совсем замучился. Да и с работой. Ну ладно, прощай, подружка. Больше, наверное, не увидимся. Если только на нарах. Нет, я больше не хочу. И я не хочу. Дай малыша-то подержать. Так, ой, вот так, ой, какой хороший, ну какой же ты хороший. Ты знаешь, ты теперь в Москву поедешь? Да, в Москву. Ну ладно, давай. Давай. Долгие проводы, лишние слезы. Ну, бывай. Пока.
Здравствуйте. Здравствуйте. Олечка, не как ты? Клавдия Васильевна. Вернулась. Вернулась. Кончились мои мучения. Ой, детка, мучения-то они только начинаются. Что? Что произошло? Что случилось? Дети? Да нет, дети, слава богу, слава богу. Мишка вырос уже, на тебя стал похож. Ничего не понимаю, я пришла, дверь закрыта. Никого нет дома, не могу открыть. Не нравился он мне никогда. Рожа Сани. Кто? Сам вроде вежливый, не пьющий, а глаза... Что? Я не понимаю. Ой. Стас! Стас, слава богу, ты приехал. Мой дорогой, слава богу, ты приехал. Ты знаешь, я тебя так ждала. Почему ты меня не встретил? Стас, я 2 часа, здесь дверь не открывается. Почему ты не приезжал ко мне? Ну, я-то думал, ты только завтра приедешь. Как завтра? А что так похудел-то, а? Так в тюрьме плохо кормят. Твоя? Моя, конечно, чья же ща. Ну, садись, поехали. Как поехали? Куда, Стас? Я не хочу, я домой хочу. Я замерзла, да. Я есть хочу. Вот-вот, в машине отогреешься. Давай, садись. В какой машине? Что случилось? Дети? Ну что, говори, дети, нормально все с детьми? Говори честно. Что ты? Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Ну что ты все концерты устраиваешь? Какие концерты? Ты что, хочешь, чтобы все соседи в курсе были? Давай садись. Подожди, давай, ты давай. Что, машину новую купил? Ну купил, да. Ну дешево отдавали, я и взял. Нравится? Нравится. Ну так садись. А зачем мы едем, а? Где ребята? У мамани ребята. Детям там антенну соорудил, они теперь целыми днями мультфильмы шуруют. А, так мы что ли туда едем? Туда, туда, едем. Оленька! Оленька! Постойте! Подождите! Стас, а зачем мы сюда приехали? Поговорить надо, давай. Что, здесь? Ну, больше негде, давай, выходи. Садись. В общем, так, Оля. Тут такое дело. Давно хотел тебе сказать, все как-то... Да и не в зону уже ехать с таким сообщением. Что, кто-то умер? Нет, почему умер? Нет, просто... Я так больше не могу. Что ты не можешь, Стас? Ну, в общем, я люблю другую. Я тебя разлюбил. Разлюбил? Да, и давно. Ну, как бы я тебе сказал, когда ты... Подожди. Подожди. Какую другую? Зина живет с нами. Детям с ней хорошо. Она заботливая, веселая. Не обижает их. Уж за этим я слежу, ты не думай. Ну и раз так сложилось, то ты, Оля, уходи. Ну что делать, сердце не прикажешь. Живет с моими детьми, живет с тобой? Ну а что тут такого? Ну мы полюбили друг друга. Что же нам теперь, помереть? Или ждать, пока ты помрешь? Фу-фу-фу. Ну и в конце концов, ну многие люди разводятся и ничего, живут себе. Так ты что, ты со мной... Ты со мной разводишься? Месяц назад документы подал. Когда в тюрьме, то согласия не надо. Стас. Стас.
Я люблю тебя. Стас, я не смогу без тебя, Стас. Я не хочу. Стас, пожалуйста. В общем... Не нужно, что ты говоришь. Ну, ты послушай, что ты говоришь. Оля, в общем, ты больше не приходи. Потому что я замки все равно поменял. На всякий случай. А Мишку и так уже в школе задразнили. Что у него мать на зоне. Да сядь ты, посиди. Я же из-за тебя, на зоне просидела, а ты... Ты что? Да не теперь, не теперь. Не надо из меня подлеца делать. Мы с ней уже 2 года. Ну что, ну так получилось. Тебя же не было. Вот она и пришла. А детям с ней хорошо. Ты, пожалуйста, не расстраивайся. Как? Как 2 года? Ну вот так вот, 2 года. Ну вот так случилось. В конце концов, ну все же разводятся. Вон Катька со своим развелась. Митяй Ленку бросил. Колька тоже. Какой Колька? Ну, Колька, ну... Колька, Васин, ну из-за которого весь сырбор начался. Он теперь мой лучший кореш. Кореш? Да ты что? Стоять! Научилась там на зоне кулаками махать. Миша, что, Маша, у подружек переночуешь? Работу найдешь. Не все же время за моей спиной. Каким подружкам? Я срок за тебя отмотала. Да не велик срок. 8 месяцев. И правильно я все тогда решил. Тебя-то вон досрочно отпустили, а меня по полной закатали. Стас. Денег дать тебе там на автобус? Стас, я люблю тебя, Стас. На. Я очень на. Люблю тебя, не смогу. Куда? Нет. Все, разговор окончен. Нет, не уезжай, Стас. Стас, не уезжай, милый, милый. Подожди меня, я как Стас, не уезжай, не делай этого, слышишь? Стас! Стас! Оленька, Оленька, от самого дома вашего бежал, от самого дома вашего бежал, упредить хотел. Вы сядьте, сядьте, воды нету, вам бы воды. Он сказал, что уже 2 года. Он сказал, чтобы я не приходила. Машка ее мамой зовет. Вот ведь какая штука. Вот ведь как бывает, голубушка. Так не бывает. За него в суд, в тюрьму. А он... Ну, Оленька, ну, милая, одно вам теперь остается. Пренебречь. Оленька, пренебречь. Он меня не любит. Он не любит меня. Он все специально придумал, подстроил, чтобы от меня избавиться. Вы поплачьте, поплачьте, поплачьте. А я вас потом к себе свезу. Отдохнете, выспитесь. Машка ее мамой зовет. А я как собака, мне только подыхать. Вот ведь как жизнь поворачивается, голубушка. Да нету. Нету у меня жизни, Григорий Матвеевич, нету. Колька Васин, лучший друг его. Так он мне в тюрьму и упрятал. Но он ведь обещал мне поехать отдыхать в Грецию. Я только думала, что об этой Греции. Там море, там
тепло. Пренебречь, пренебречь, Оленька, пренебречь. У меня ничего не осталось. Нет, уважаемая, как это ничего не осталось? Дети! А дети? У них другая мать есть. Он сказал, что им с ней лучше. О, да мало ли что он сказал. Это ваши дети. Я ничего не хочу. Я жить не хочу. Смотри, какая Анна Каренина завелась. Что же это? Что же дети? Что же? Пусть с чужой матерью живут. Они не виноваты, что у них отец подлец? Первостатейный подлец! Что же им, с подлецом жить? Бороться надо, Оленька. Бороться за детей. Бороться надо. Бороться, Оленька. Я не умею. Не умею я бороться. Придется научиться. Трусость – последнее подлейшее качество. А на сегодня у нас подлости достаточно. Давайте, поднимайтесь. Ну, все. Я должна увидеть детей. Вот и правильно, до завтра отдохнете. Я не могу ждать до завтра. Одну не отпущу, так и знайте. Светлана Петровна, откройте! Ну, кто тут? Светлана Петровна, это я. Ребята у вас? Ах, вот тут кто! Ты что сюда явилась? Ты зачем явилась? Я хотела бы детей увидеть. Ах, детей она хочет увидеть. Тебе детей подавай. А когда ты под носом у Стасика пакостила, ты про детей думала? Я пакостила? Ну, ты хоть передо мной не кривляйся, чума болотная. Или ты думаешь, ведь я не знаю, как он из-за твоих делов чуть в тюрьму не попал? Из-за меня? Из-за тебя! А кто ему все бумаги понапортил? Кто ему все документы попутал? Не ты? Детей ей подавай! Вот тебе детей! Я ничего не портила, я ничего не путала. Я наоборот, я все взяла на себя. Я, чтобы он на свободе был, я хочу видеть нашу миссию. Ах, какое благородство! На себя она взяла. Мы знаем, как ты на себя взяла. Мы знаем. И если бы он сразу не спохватился, сидеть бы ему в тюрьме. Ну что вы говорите? Пусть тебе столько лет с душой, а ты что, избавиться хотела? Я тебе дам. Иди от С2. Нечего тебе тут делать. Отдайте мне детей, Светлана Петровна, слышите? Я тебе в милицию отдам. Уголовный элемент. Напакостила и убирайся от С2. Это мои внуки, а не твои дети. А Зиночка их вырастет и людьми сделает. Нам такая мать не нужна. Оленька, Оленька, голубушка, пойдемте отсюда. Пойдемте скорее. Во-во-во, забирай своего юродивого, иди от С2. Художник, Оленька. Рисовать ее учи. Идемте. Говорите скоро. Иди, я сейчас приду, Миша, иди, иди. Мишка! Замолчи! Иди, Миша! Оленька! Замолчи! Еще раз появишься, я милицию вызову. И чтоб тебя посадили. Все, и чтоб надолго. Все. Иди от С2. Миша, Маша! Иди от С2. Оленька, пойдемте. Оленька! Оленька! Пойдемте. Ну, идемте, голубушка. Ну, идемте. Ну, милая. Кто приходил-то? Она? Она. Чтоб ей. Чего ей? Чего-чего? Да ничего. А ты чего? А я и пошла вон. Сама во всем виновата. С вами, с бабами? Когда мозгов-то нет,
Можно ей поесть там или что там? Еще что? Поесть. У меня тут что, столовая для бомжей, что ли? Дай-ка это. Варенье. А что такое бомжи? Зверь такой? Бомжи – это такие нехорошие люди. Вроде твоей мамы. Подождите, женщина. Я уже час жду, я вчера приходила. Сказано вам, женщина, подождите. Забирайте это немедленно и уходите. Что? Что такое? Все такое. Хорошо, хоть Марья Семеновна догадалась мне позвонить. Что вы себе позволяете? За кого вы нас принимаете? Забирайте немедленно, уходите отсюда. Да я же... Да забирайте и все. Нашла дураков. Мы тебя на работу, а потом нас сам Николай Евгеньевич. Или сам Евгений Иванович. Какой Евгений Иванович? Васин Евгений Иванович, губернатор наш. Ты в зоне отдыхала, а то знала бы губернатора. Так что не будет тебе работы и не приходи больше сюда. И еще спасибо скажи, что мы милицию не вызвали. Пыталась. Так ведь не берут нигде. Не берут. Вот и хваленая ваша демократия и доброе отношение к людям. Да-с. Уже не знаю. Ну, ладно. До свидания. Ох. Как насчет кофейку? Я за молоком свежим сбегал. Принес из бочки. Спасибо. Я не хочу пока. А как насчет прогулки? А? Морозец приятный такой. Снег идет. Я полежу пока. Оля, так нельзя. Вы себя погубите. Сколько можно лежать? Григорий Матвеевич. Помните, вы этого слона Мишке подарили? Помню, Оля. Надо встать. А Машка в детском саду боялась деревянного коня. Никто не боялся, а она боялась. Дурочка. Разве можно бояться деревянного коня? Трусость – худший из человеческих пороков. Кто коня боится, а кто на улицу выйти. Ну-ка.
Ну-ка, ну-ка, вставайте. Ну, перестаньте, Григорий Матвеевич. Олечка, Олечка. Давайте. Перестаньте, Григорий Матвеевич. Вставайте, Олечка. Давайте, давайте. Ну-ка, ну. Вот так, вот тапочки. Вот. Так. Что вы, ну, поднимайтесь. Правда. Пойдем, 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 пойдем. Нет, спасибо, мне ничего не нужно. Надобно поесть, непременно надобно. Он сказал, что лишит меня родительских прав. Да как же это можно? По закону? По закону, конечно, не могут. И волноваться нечего. Закон у кого в руках, того и защищает. Ну, может, мне пойти поговорить с ними? Не звери же, они люди. И потом, дети. Как же без матери? Так вы ведь уже были, Григорий Матвеевич. Какие люди? Кальмары заладили одно и то же. Мол, она сама виновата, нечего было мужа обирать. Он, мол, несчастный, он а вы... несчастный. Он действительно несчастный. Оленька, не смейте глупости повторять. Я вчера 2 часа Машку караулила. Я не дождалась, и вдруг она болеет. Оленька, вам сражаться нужно. Сражаться, как на войне. А вы позволяете себе раскисать. Оленька. Ну, нельзя же так. Нежная, добрая. Вам сейчас сильной надо стать. Самой сильной. Ради детей. Ну, ну, если вы не справитесь, они-то как же? Что же им? Пропадать совсем? Оля. Олечка! Олечка! Куда же вы? Не надо. Мне Оля. Очень надо. Ну, Оля, куда же вы? Оля! Олечка! Господи. Все хотят на машинке ехать, поедем. Нарисовать Машке. Ну не ной ты, господи. Доченька, Маша. Мама. Машенька. Мама. Маша. Маша, любовь моя. Дорогая. Я вернулась. Иди, только, любовь Маша, 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 давай, давай в машину. Маша, Маша, иди в машину. Отцепись давай. Мама. Куда? Отсюда. Маша, давай, Маша, моя Машенька, давай. Я заберу вас, Миша. Слышь? Я отсюда, я сказала. Маша, давай. Давай, ступай отсюда, поняла? Милицию сейчас вызову, я бандитка ненормальная. Господи, дорогая.
Ну куда? Куда вы едете? Зачем? Так далеко. В райцентр. 3 часа на автобусе. Я не могу больше. Я вас никуда не пущу. Делайте со мной, что хотите. В таком состоянии. Ни за что. Григорий Матвеевич, я же на работу устроилась. На ткацкую фабрику. Уборщицей. Это невозможно. Хоть моя пенсия невелика, но ученики, занятия я еще могу. Проживем. Кем брали, тем устроилась. Оленька, Оленька, горячку пороть не следует. Подождите еще. Я должна что-то делать. Мне нужно денег. Много. Господи, какие еще деньги, уборщицы? На адвоката, на суд. Я вполне могу. Ученики, уроки. Этого еще не хватает, чтобы вы из-за меня по урокам бегали. Нет уж, Григорий Матвеевич, я сама. Либо выплыву, либо потону. Одна. Подождите минутку. Посмотрите, голубушка, что я храню. Господи. И вот еще что, Оленька, раз уж вы так решили. Возьмите с собой вот этот сверточек. Самое ценное, что нажился. Карандаши, уголь, краски и еще немного бумаги. Бумага нынче дорого. Ну, вот сколько получилось. И вот рисунок этот прекрасный. Тоже с собой возьмите. Как давно это было, да? Спасибо, Григорий Матвеевич. Дорогой, мне сейчас не до рисования. Оленька, Оленька. Я в жизни всякое повидал. Вот что вам скажу. Никто не знает, что во благо, что во вред, как судьба повернется. Что на небесах задумано, нам неведомо. Похоже, соседка звонит. Иду, иду. Чему обязан? Мне бы Ольгу повидать. Простите, а вы кто? Я ее друг. Друг? Друг. А что? Что-то маловато у нее друзей. Друзья-то в беде познаются, а тут беда пришла, а друзей что-то нет. Послушайте, она дома или нет? Мне ее правда повидать надо. А ей? Ей надо, чтобы вы ее повидали. Ты че, дед? Вот что. Не пущу. Простите великодушно, не могу. Она и так плоха. Как плоха? Вот так плоха. Надеюсь, если ей надо будет вас повидать, найдет такую возможность в другой раз. А сейчас я ее охраняю, а не вы. Простите, великодушно. Дед, ты уж прости, но мне правда надо. Вы... Оля, здравствуй. Здравствуй, Митя. Оленька, я не смог. Я не пускал, но... Не беспокойтесь, человека. Не беспокойтесь, Григорий Матвеевич. Оля, поговорим? Я не хочу, я устала. Хорошо, поговорим. Я ведь только сейчас узнал, где ты. Я бы и раньше тебя нашел, но меня в городе не было. Да это все не имеет значения. Да нет, почему же, имеет. Если тебя раньше предупредил, ты бы грудью на амбразуру не полезла бы. На какую амбразуру? Ну, в тюрьму вместо него. А ты знал, что вместо него? Все знали.
Не все. Я же хотел тебе тогда про Зинку рассказать. Я ничего не хочу слушать. А до Зинки была Катя. А до Кати Аня. Ну, в общем, все были в курсе, одна только ты. Святая. А кто еще знал? Все. Понятно. Да ничего тебе не понятно. А почему ты? Почему ты не предупредил меня? Я хотел. Но мы же со Стасом еще со школы, потом в армии. Ну, одним словом, я решил, что ты не поверишь мне. Зато теперь поверила. Оль, поедем ко мне, а? Ну почему ты меня не предупредила? Почему ты меня не предупредил? Я тогда человеком осталась. Я была бы несчастной, но я бы осталась человеком, понимаешь? Сейчас никто. Я никто, я ничто. Меня нету, понимаешь? Послушай, Оль, поедем. Никогда не будет. Ты же одна, понимаешь? Совсем одна. Я тебе помогу. Ну, поедем ко мне. Оль. Ну, смотри. Праздник же. Ну, праздник. Это у людей праздник, а я не человек. Я хочу быть с тобой, Оля. Я не хочу тебя, не хочу никого. Но ты же одна не сможешь. Старик тебе не помощник, Оль. Поедем со мной. Но я же тебя... Уходи. Слышишь, я устала. Уходи. Я без тебя не поеду. Понимаешь, что ты говоришь? Я тебе не верю, я ни одному твоему слову не верю. Я никому никогда не поверю. Ну как ты смог? Ну как ты смог прийти после того, что было? Ну как ты смог? Уходи, слышишь? Уходи, близко ко мне не приближайся, слышишь? Никогда, Митя! Оленька. О, Боже. Кто-то душ у нас. Вода с 6 до 8. Ага. Ну, с 2 до 3, и с 19 до 21, это само собой. Тут это постирочная, та есть у тебя? Нет. У меня тазьев нету. У соседки возьмешь. Угу. Соседка у тебя боевая. С ней подолгу никто не живет. Почему? Говорю ж, боевая. Это девчонки тут белье он сушит. Здрасте. Вот. Это владильня. Утюг свой? Нет. Ну, соседки возьмешь. Тут кухня. У тебя... И плиты своей нет. Тебе и не положено. По пожарной безопасности. Увижу, так отберу. Плита своя у нас. Ну вот. Вот я тебе и доставил. Вот тебе дверь. А у меня делов куча. Бывай. Спасибо. Ага.
Здравствуйте. Здорово. Если за утюгом, то он седьмой. Нет, мне утюг не нужен. А порошок еще вчера кончился. Да нет, я не за порошком. Пирогов я сегодня не пекла. Я жить пришла. Меня зовут Ольга Громова. Меня к вам поселили. Жить пришла. Вот дает. Торопись говорить о том, что в жизни счастья нет. Не торопись, прямо в сердце льется розовый рассвет. Ночь уходит без следа, тая навсегда. Я нарисую мир таким, каким люблю. В белом праздничном снегу рябин зарю, когда прозрачна, как слеза, небес вода. Ты говори, что счастье есть всегда. Говори всегда. Yeah.